Одесса может пополнить раздел позорных достижений в книге рекордов Гиннесса. Наши дороги давно стали притчей во языцах, но есть место, о котором надо сказать особо. Это улица Известковая. Для тех, кто не знает, она находится в Суворовском районе и тянется от Шкодовой горы вдоль нефтезавода на Слободку. Трудно поверить, но по значимости для города и даже для страны Известковая – важная магистраль. По ней едут в Одесский порт большегрузные машины. Правда, слово «едут» здесь, пожалуй, неприменимо. Такие условия есть только на испытательных полигонах автомобильных предприятий. Нашим машинам полегче, родные КАМАЗы выше и могут позволить себе проехаться по болоту. Иномаркам, даже самым мощным и дорогим, лучше сюда не соваться. Первый раз мы снимали здесь в феврале. Лесовоз импортного производства не выдержал наших нагрузок и сломался в самом глубоком месте. Вытаскивать такую машину нужно только тракторами или краном. Оборвал крестовину, вот видите, какая яма. Пытался заехать, оборвал крестовину, а крестовина стоит денег. А руководство города или этой дороги, дорожники ничего не делают. Как говорили местные жители, аварийные ситуации на этом месте случаются регулярно, но власти не реагируют. Здесь машины, дорога была сплошная, разбили вот эти даже бордюры, вот уже бордюры видно, вон как они подпадали все. Здесь сегодня две аварии, две легковые были. Ночью влетела машина вот в нашу палатку, вот даже видно, что сейчас с этой палаткой. Мне эта дорога не нравится, я сам учусь в автодорожном колледже, получается. И мы изучаем грунтовые воды, постоянно вот стекается вода и смывается асфальтобетон. Если дорогу ставить качественно, это надо приложить много усилий. Я так считаю, что наш мэр не очень думает о стабильности. Прошло 8 месяцев. Огромное болото стало еще шире и глубже. Городская администрация, похоже, не собирается ремонтировать дорогу. Тут уже даже трудно разобрать, где проезжая часть, а где тротуар. Без камеры водители поминают чиновников последними словами. Но если бы на Думской площади эти крепкие выражения и услышали, вряд ли бы что-то изменилось. Улица Известковая слишком далеко от центра города, а городская власть еще более далека от народа. Алексей Костусев на своем 500-м Мерседесе здесь не ездит. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».